Здравствуйте, с вами канал NameDB. Предусмотрительность и умение принимать взвешенные решения – это важные качества зрелого, успешного и умного человека. Проанализировав ситуацию, можно найти самое лучшее решение проблемы. Для этого нужно обладать не только умом и сообразительностью, но и последовательностью. Однако в характере многих людей эти качества выражены недостаточно. Некоторым не хватает терпения. Другие постоянно совершают необдуманные поступки, и из-за этого окружающие называют их глупыми. А кто самые большие глупцы по знаку зодиака, нам подсказали астрологи. Овен не успевает подумать. Овны – это невероятно импульсивные и эмоциональные личности. Они могут рубить с плеча и действовать под влиянием чувств и обстоятельств. Они не привыкли ждать, пока эмоции улягутся. Они думают не умом, а сердцем, чувствами и эмоциями. Нередко это становится причиной их необъективных и поспешных выводов. Овны могут поддаться внезапному приступу агрессии, наломать дров, а потом расхлебывать последствия своих действий. Овен не привык анализировать ситуацию и спешит поскорее заняться ее решением, не придерживаясь какого-то конкретного плана или стратегии. Он идет на таран, не задумываясь о той степени ответственности, которую берет на себя. Как правило, он не просчитывает несколько возможных вариантов, поэтому когда что-то идет не так, он может растеряться. Овны предпочитают роль наблюдателей, не желая брать на себя лишнюю ответственность. Они часто сваливают решение обыденных проблем на других. Их логика и принцип мышления настолько уникальны и специфичны, что кому-то они могут показаться странными или даже глупыми. Стрелец слепо верит окружающим. Стрелец – это самый легкомысленный знак зодиака, а еще он не лишен какой-то детской наивности или даже глупости. Из-за этого они могут не понимать очевидных вещей и не видеть подвоха в действиях окружающих. Людей этого знака нередко обманывают и обводят вокруг пальца. Узнав о предательстве, стрелец может резко изменить позицию и свое поведение. Он не только закрывается от окружающих, но и выстраивает самую настоящую стену, чтобы оградить себя от вранья и предательства. Обжегшись один раз, он начинает видеть то, на что раньше закрывал глаза. Его бездумные действия остаются в прошлом, а на смену приходят предусмотрительность и мудрость. Рыбы. Крымская Меняйла. Рыбы – это знак зодиака, который очень легко меняет свое мнение. Подопечные этого знака имеют собственную точку зрения, но она настолько шаткая и неустойчивая, что любой человек с более четкой и уверенной позицией может легко убедить его в собственной правоте. Поэтому отношение рыб к одному и тому же вопросу может постоянно меняться. Проблема в том, что окружающие этим пользуются и легко ими манипулируют. Подопечные знака рыбы, как куклы в чужих руках. Чаще всего они предпочитают наблюдать за всем со стороны, не принимая активное участие в каких-то важных событиях. Они предпочитают смотреть за тем, как ляжет карта, не предпринимая попыток самостоятельно справиться с урегулированием каких-то важных проблем. Они быстрее пойдут на поводу и сделают так, как им скажут, чем подумают своей головой. Любым своим ошибкам и проступкам рыбы всегда найдут достойные оправдания и причины, лишь бы минимизировать степень ответственности за принятые решения и поступки и спокойно жить дальше. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!